Данное видео предоставлено сайтом online-gdz.net. Unit 1, упражнение 20 из раздела Homework. Look back at the text in exercise 31, pages 14-15. Copy into your exercise book. Вернитесь к тексту упражнения 31 на странице 14 и 15. Перепишите вашу тетрадь. A. All expressions with the verb get. Give Russian equivalents to each expression. Все выражения с глаголами получить. Приведите русские аналоги каждому выражению. Например, will get a great camera case. Получить замечательный футляр для фотокамеры или фотоаппарата. Я буду приводить данное выражение с глаголом get, переводить их, то есть давать аналог на русский язык и указывать, из какого текста я данное выражение взяла. Will get the best pictures. Получить лучшие фотографии. Это первый текст. Will get a great camera case. Получить замечательный футляр для фотоаппарата. Также из первого текста выражение. Get a story published. Опубликовать ваш рассказ. Из второго текста. Get started. Начинать, либо готовьтесь. Это также второй текст. Окей, B. All combinations of two nouns give their Russian equivalents. Все комбинации из двух существительных. Переведите русские аналоги. Example. Phone number. Телефонный номер. Буду работать по принципу, просматриваю каждый текст по очереди и привожу все комбинации существительное плюс существительное с переводом. Итак, первый текст. Camera case, футляр для камеры. Secret word, секретное слово. Второй текст. Reading competition, конкурс писателей. Prize winner, призер. Phone number, телефонный номер. Reading contest, конкурс писателей. Третий текст. Poetry competition, конкурс поэзии. Prize presents, призовые подарки. Четвертый текст. Godzilla competition, конкурс Godzilla. Entry form, бланк вступительные формы. Colgate toothpaste, зубная паста Colgate. Окей. Итак, мы просмотрели все тексты, нашли комбинацию слов существительное плюс существительное, вывели их на экран. Если вы хотите смотреть больше видео, подписывайтесь на наш канал на YouTube и группы в социальных сетях.